Смотри, как классно! Хочешь тоже покататься на такой интерактивной черепашке? Да ты что творишь? Ты зачем взяла эту черепаху? Ты же знаешь, что это любимая черепаха мамы. А ну-ка давай положи на место. Сломаешь еще под своим весом. Ты что делаешь? Я маме все расскажу. Да не переживай ты, я не сломаю. Я не буду кататься и не буду тебя прикрывать, если что-то с этой черепашкой случится. Я все сказала. Пойдем делами заниматься, у нас еще уборка стоит. Ну почему ты опять ворчишь? Здорово же, мама постоянно на работе, она ничего не узнает. А мы с тобой бы весело провели время, покатались на такой вот классной черепашке. Ну давай, Оля, ну не будь ты врединой. И вообще, зачем ты на скейт встала? На нем же на улице лучше кататься. И корону зачем нацепила? Света, в отличие от тебя, скейты предназначены, чтобы на них кататься. Не хочу я на улицу, мне сейчас убираться надо. А ты вот не пойми, что творишь. Ты же сломаешь черепаху в 10-й раз, тебе повторяю. Давай сейчас я на скейте прокачусь, потом тебе дам. И корону я надела, чтобы просто выглядеть симпатично. Что тут такого? Нашла и нашла. Твое какое дело? На твои вопросы я пытаюсь тоже задавать свои вопросы. Какая тебе разница? На чем хочу, на том и катаюсь. Мама, думаю, не будет против, если я немного покатаюсь на черепашке. Она же, в принципе, для этого и предназначена. Конечно, для этого, но не для твоего же веса. Ой, все, мне это уже надоело. Делай, что хочешь, а я буду делать, что я хочу. Хочу и катаюсь. Что ты ко мне привязалась? И вообще, я с мамой поговорю насчет твоего поведения. Нацепила на себя бог знает что. Все, Оля, отстань, я поехала. А ну-ка стоять! Ой! Ой, Оля, помоги! Что это такое? Какая-то поломка! Она меня совсем не слушается! Не пойму, в чем дело? Что происходит? Помоги мне, пожалуйста, слезь! Что ты стоишь? Час от часу не легче, остановись! Ну, Оля, сейчас Оля, я тебе давай помогу, скорее, подожди, скорее, не кричи! Мне страшно! Ой. Как же сложно тебя вытащить. Я застряла, нога застряла. Помоги, пожалуйста. Да помогаю я, что не видишь. Подожди, не паникуй, пожалуйста. Сейчас вытащим тебя. Ой. Вот это приборчик. У меня аж голова закружилась. Что-то с ним произошло. А кто тебя просил лезть и трогать вещи, которые не надлежит трогать? Она же старинная, эта черепаха, естественно, что-то могло бы и замкнуть в ней. Смотри, смотри, Оля, она совершенно перестала работать. Наверное, сломалась черепашка. Вот теперь тебе от мамы точно влетит. Только давай, пожалуйста, меня приплетать не будешь, ладно? Я ни при чем здесь, я только тебя спасла. Ладно, не волнуйся, ничего маме о тебе не скажу. Вот это другое дело. Договорились. Слушай, Оля, а может быть нам найти какого-нибудь мастера, пригласить к нам домой или отвезти эту игрушку, и нам ее починят, и мама ничего не узнает. Да что ты говоришь? Пригласить кого-то, чтобы нас ограбили? Мама тогда точно нам головы посносит. А еще хуже ехать куда-то, куда нам не положено вообще ездить. Ты что, совсем, Света, с ума сошла? А плюс еще у нас денег нет. Мы же все с тобой на Леди Баг потратили. Чем ты будешь платить, да, за ремонт этой игрушки? Придется тебе во всем сознаться маме. И тогда, возможно, не такое суровое наказание будет. Ладно, возможно, ты и права. Хорошо, я во всем сознаюсь маме. Может быть, ничего страшного и не произошло? Все, договорились. Давай тогда пойдем задание выполним. А то скоро мама новую няню нам найдет. И тогда, возможно, она не будет столь прекрасна, как наша прежняя няня. Ой, я этого и боюсь, чтобы не была она какой-нибудь злюкой. Все может быть, Света, все может быть. Для начала еще прибраться надо, все по местам разложить. Ты слышишь меня? Давай бери черепаху и относи ее в мамину комнату. А то кинется потом, а черепахи нет.
А может быть, она еще и долго не заметит эту черепаху. Все-таки она работает целыми днями. Мама как-то рассказывала, что это черепашка ювелирной работы. Не знаю, какой она работы, но, пожалуйста, поставь ее на место. Все, все, отношу уже. Пошли, черепашка. Сейчас вернусь. Лучше не возвращайся, а пойди на кухню, скипяти чайник. Уже пора обедать. Света, ты слышишь меня? Хорошо, хорошо, не надо так кричать. Через 10 минут будет все готово. Подходи.